Всем привет! Пришла очередная хреновина из Китая. За голос извините, заболел. Здесь у нас пришла сумочка. Вес посылки 200 грамм. Хотя здесь написано 500. О как! Стоимость посылки 10 баксов. Хотя, блин, сумка не стоила, по-моему, и 5, по-моему, если не ошибаюсь. Ну, китаец. Говнюк-то какой. Ну, хрен с ним. За нее деньги я не платил. И слава богу. Так, распакуем. Дошла посылка за дней 25. Забрал я ее сегодня. Такая вот сумка. Маленькая. Точнее, сумка большая. Такая мягкая. Тонкая довольно-таки. О, браслет. Браслетик в подарок. Прикольно. Китайцу лайк. Кожаный ремешок так себе. Прошито, в принципе, неплохо. Ниточки торчат. Можно сейчас обжечь будет. Так, пахнет. Я бы не сказал, что сильно так пахнет китайчатиной. Но все-таки запах есть. Ну, такая мягенькая сумка. Взяли жене на лето. Чтобы там салфеточки положить на малого. Сейчас скажем женское мнение. Точнее, спросим женское мнение у жены. Сейчас вернусь. Через минутку. Мнение жены такое. Сумка ей, конечно, не очень сильно понравилась. Немного ожидали другого. Но так, в принципе, сумка на вид неплохая. То есть плотный чехол внутри. Так, сумка, кстати, стоила 500 рублей. Все-таки 10 баксов за нее отдали. Ну, а так пока все. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на группу в соцсетях. Всем спасибо, всем пока.